А застройщика «Яркая жизнь» сегодня выпустили на свободу. Суд не стал заключать предпринимателя Григория Чурбакова под стражу, хотя на этом ходатайствовали следователи, ссылаясь на то, что застройщик может сбежать за границу. Однако Чурбаков добровольно сдал свой загранпаспорт следователю и был освобожден в зале суда. Ходатайство следователя суд решил не удовлетворять, поскольку теперь без загранпаспорта скрыться Чурбакову не удастся. И никто из свидетелей не указывал на то, что застройщик оказывает на них какое-либо давление или высказывает угрозы. Между тем, расследование уголовного дела будет продолжено. Григория Чурбакова подозревают в хищении средств дольщиков. Несколько дней, 29 ноября, он был задержан. Чурбакову принадлежат две компании, которые вели стройку в микрорайоне «Яркая жизнь». ООО «Здание будущего» и «Архитект-Про». Он намеревался продать торговую недвижимость, находящуюся у него в собственности, и на эти деньги достроить незавершенные дома. Без квартир остались 300 человек. При этом партнер Чурбакова, соинвестор проекта «Яркая жизнь», Антон Дудин сейчас находится с семьей в Америке.